Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, что когда запускаешь вот Telegram, он выдает сообщение Update up to login. Вот. Как решить эту проблему? На самом деле это глюк вот этого Redmi. Нужно, чтобы вам кто-нибудь отправил сообщение, и тогда сверху вы заходите и переходите по вот этому сообщению. И тогда приложение открывается без проблем.